Всем привет, с вами Окстудио и я Рофл. Мы продолжаем играть в MechWarrior. У меня тут в ангаре, да, кипит работа. Пополняется, так сказать, мои братья мехов. Ну а, как бы, мне в очередной раз тонко намекнули, что фига мне, вместо того, чтобы просто погриндить миски, и что надо там пойти немножечко потрещать. Ну, то есть сейчас вот у меня мой винг, так сказать, состоит из все того же стартового Джавелина, того же стартового Центуриона, и теперь у меня есть Шедоухок. Правда, его сейчас чинят, ну а как бы я очень хотел пропустить до следующего события, но мне сказали, что вот все. Иди разговаривай. Я поднял репу до 5, и в этот момент, видимо, происходит следующий сюжетный поворот. Так. Вот. Так. Так. Ну, короче, очень плохие ребята нас пытались убить вначале. Отлично. Еще, правда, плохие, очень секретные. Хрен найдешь. Прям, блин, Борис Бритва. Так. I want... We all want our pound of flesh from these bastards. Ага. So, what about this new contract? Yeah, так. Could be interesting. Seems a group of indentured employees, part of the Apex Mining Syndicate, are being taken advantage так. Of and are suffering ага. Under horrendous working conditions. Ох, понятно, кого-то заставили пахать, и нас решили нанять. Интересно, если рабочие так пашут, откуда у них деньги на то, чтобы нанимать нас? Так. Ну ладно. Миссия так миссия, чё уж. Так. Чё там у нас? Благородная цель. Репутация, деньги, ну что-то денег-то как-то, ну, несерьезно, это мне ремонт не покроет. Ну, понятно, что там это по дефолту. И куда вы мне советуете лететь за этой миссией? Тракт разрушения, что тут еще есть? Мне бы где-нибудь, не знаю, меха нормального купить, а то вон денег чуть уже набралось. А нигде ничего хорошего не продают. Так. Тут военная зона, черный рынок, кафетерия, а вот тут рядом есть какие-то мехи в продаже. Только я не понял одно, где, собственно, миссия-то, которая мне нужна. Типа, улучшайте репутацию. Так, а компания... Так. Ну, компания в мусоре, и чё... Так. Угу. Сельский. Так. И куда это? А, в систему Верды. Ну, пока я туда долечу, мне все успеют починить. Миссия на четвертую репутацию, но, в принципе, нормально. Так. Ну, прошло 27 дней. Окей. Отлично. Благородная цель, контракты, ну вот. Это типа еще и ливень. Так себе видимость, ну ладно. По крайней мере, платят уже поприличнее. Так, есть смысл взять покрытие урона, потому что в последнее время вваливают уже от души. Так.
Так. Ну да, в 25 я уже никого себе не запихну. Так, Shadowhawk готов, Центурион готов. Хорошо бы, конечно, еще одного среднего где-нибудь раздобыть. Но это надо лететь, искать, и нужны, блин, бабки. Ну, сейчас выполню эту миссию, потом посмотрим, может, выполню еще какую-нибудь. Еще надо было самому на Shadowhawk пересаживаться. Он, по-моему, все-таки более такая мордоразбивательная машинка. Я в свое время вообще обожал Блэкджека. Очень хорошо бил, но, блин, я чую, вот это хорошо, когда, так сказать, над боем, а вот когда у тебя, так сказать, нифига не двигаются орудия практически, ну, боковая наводка только за счет корпуса, это не очень удобно. Так. Так, окей. Прийти, разбить морды, получить каких-то ништяков. Но это не похоже на то задание, про которое там рассказывали. Может, я что-то в этой жизни не понимаю, но есть такое, как бы, у меня ощущение, что интерфейс в этой игре меня немножечко все-таки огорчает. Молнии прям. То есть местами тут действительно есть проблемы с тем, чтобы найти какие-то нужные мне кнопки, точки и так далее. Молнии тут, конечно, прям ух, как дофига. Так, какая-то разведка по пути, видимо, болтается. Видно кто? Да, видно. Уже никто. Так, а это... Я думал, там стационарное что-то. Ой, да-да-да. Бла-бла-бла-бла-бла, типа, свалите, иначе мы вас будем бить. Да ладно. Скажите мне что-нибудь новенькое, пожалуйста. Да. Придурок, вот прям на линию огня. Знаешь, умри уже. Так, тут где-то мех завалялся. А, вот он завалялся. Кстати, это, по-моему, что-то посерьезнее, да. А, урбан мех. Я таких уже ломал. Так, нужно все-таки двигаться. Стоять смерти подобно. Оп. Так, отлично. Этого снесли. Так, что там? А, какая-то еще техника сюда придет. Так, ну а гракомплекс сломать, блин. Оп. Все. Отлично, все, можно отсюда, в принципе, сваливать. Так, где посады? Посадка, вон там вот эта штука. Окей, я понял. Можно просто сваливать. Мехов на локаторах нету. Ну, понятно, что говно какое-то тут еще ползает. Но это не значит, что нужно там сильно упарываться. Чем меньше повреждений получат мехи, тем лучше. Уже их потом еще и чинить. Так, о, вот уже и видна точка эвакуации. Что-то как-то даже совсем легко.
Наверное, за счет того, что как бы все разрушение производилось не за счет того, что кого-то там надо было отстреливать и так далее. Я просто как бы взял, прошел по теплицам и нет теплиц. Что такое? Да вы чё, издеваетесь, да? Чё, типа, не туда? Ну, хотя бы денег дали. 1,5 ляма всё-таки не лишний. Так, чё тут у нас? О, есть хорошие РБДшки. Это я возьму. Так, и АПшки есть. Нормальные. Так, чё на сдачу взять? Не знаю, пулемет мне нафиг не упал. Радиатор тоже не очень. Ну ладно, возьму просто по принципу, лишь бы пожирнее. Так, вон тут, Shadowhawk, блин, броню на ноге поломали. Ну что ж вы за люди за такие? Урбан Меха. А Урбан Мех, он типа легенький, да? Сейчас он не тот ли, которому я только что вот тут все поотрывал нафиг? Ну не, тратить, сколько там они за него просят, 2 ляма за это? Не, точно не. Ну что тут еще, на рынке что-то есть? РМД. Неуправляемые ракеты, ну блин, не знаю, неуправляемые мне не хочется. Так, РБД-20, ой, запускающая очередью, а остальные что запускают? Не очередью, по одной? Так, что у нас там дальше? Есть контракт с вот этими, с домом Курита, но у меня с ними неприязнь, значит, награды будут так себе. Поэтому не хочется. Так, нужно заказать ремонт. Ну, у этих все хорошо, все легко. Вот этого, блин, чинить сейчас будут, неделю. Но, в принципе, я не собираюсь здесь задерживаться. Можно поездить, вот, например, вот в системе Олия есть какой-то, типа, интересный мех на рынке. Соответственно, почему бы не посмотреть, что это? Может быть, я смогу оснаститься уже, как белый человек, 3 средними. А 3 средних это уже другая боевая мощь, это лучше, чем там какой-нибудь этот Феникс Хок. Так, пулемет, блин, ну 2 пулемета это вообще как бы несерьезно. Не знаю, что-то он меня вообще не прикалывает как-то. Да, он прыгает, но сколько за него? 4 миллиона просят. Упало. В принципе, он уже подходит под категорию средних, но, честно говоря, выглядит он очень странно для среднего. То есть, вроде, как бы этакий, не знаю, разведчик, что ли. Ну, не, ну можно, конечно, взять. В принципе-то, вот с меня не убудет. Это всяко лучше, чем какой-нибудь лакуст. Потом, блин, интересно, сколько он отрабатывать себя будет. А, это я еще со скидкой взял, да? Ну да, это все-таки уже средний. Ну, такая нижняя граница, по-моему, для среднего 45. Блэкджек тоже был примерно того же калибра, так. Ладненько, что тут еще на рынке-то есть хорошего? Так. Пум-пум-пум. Во-первых, надо бы распродать немножко всякого хлама, так. Вот эту автопушку, ну, все, что типа... Без хотя бы одной лычки я все продаю. Так.
Пачка тут всякого хлама есть. Так, чего у меня еще? Ну, радиаторы это такое, как бы я их пока не буду сбывать. Типа, нафиг они... Пусть лежат, как бы жрать не просят. Но в принципе я так, на полляма себе поднял немножко, как состояние пулемет, можно продать в принципе. Бесполезная вещь, на мой взгляд. РМД-2, не знаю, вряд ли пригодится, но мало ли что. Так. Так. Можно, кстати, посмотреть на рынок мехов и глянуть, что у меня... Так, у меня есть... Раздолбанный. Так, вот лакуста, по-моему, вообще можно без жалости сбыть. Самый бесполезный вообще мех. Есть один команда. Джавелин. Я думаю, вот этот запасной джавелин я тоже могу продать. Если меня сильно не убудет. Восстанавливать его я не планирую, по крайней мере. Вот этого можно попробовать реанимировать. А, у меня даже... Так, и чё тут? Это малое энергетическое оружие средней мощности. Ну вот так, если ракета малой мощности. Это чё вы хотите сказать? Ну, допустим, вот так. Ракета средней мощности. Ну, допустим, вот так, если его. Так. И полный ремонт. Во сколько мне это дело встанет? Стоимость заказа, ну, всего-то 400. Ну, пусть будет. А, нет боеприпасов. Так. А. Так. Что тут у меня по массе еще? Массы еще на самом деле полно, но нужно поставить теперь те самые боеприпасы. Ракеты малой дальности, они у меня всего одни, куда-нибудь сюда можно поставить пару радиаторов. Но блин, у меня все равно под него нифига нету этих самых ракет большой дальности, то есть. Ага. И тут как бы непонятно ему, какие нужны. Ну, радиаторы сейчас еще добавлю ему, пусть в ногах будут вообще. Ну, как-то он не выглядит пока действительно впечатляющим. А, ну, кстати, малый лазер я отсюда сниму, лучше средний поставлю. А, ну это все, что в него влезает теперь, да? То есть... Ну пока закажу как есть, потом добавлю еще на... Можно радиатор еще снять. Так. Так, что у нас тут? Боеприпасы... Вот, наверное, вот эти вот мне нужны. Прыжки я ему ставить не буду, перебьется. Так. Сколько, кстати, весит одна эта штука? Тонна весит. Ну, нормально, сойдет. Есть еще дженнер, который потом можно сбыть. Ну, пока не мешает. Так. Тут у нас что, репутация? Здесь уже нужно что-то посолиднее. Так. Держка на линии фронта, миссия с высокой наградой, многоцелевые операции. Так, тракт разрушения, контракт плацдарм высадки. Так, сюда 20 дней лететь. Ну, можно так, напозырькать. Интересно, какие тут будут лимиты? Получится ли у меня впихнуть все 4 меха? Так. Так. Боевые мехи. Что у меня тут с этим?
Стоп, я же заказал ремонт. Что за бред-то? Почему нельзя? Отлично вообще. Ну ладно. Так. Контракты. Что нам тут скажут? Сложность 16. Лучше, наверное, сохраниться. Так, с этими ребятами у меня все хорошо. С этими у меня, по-моему, тоже отношения были хорошие. Ну да. Ух, ух. Доплата за риск. Ограничение по массе 175. То есть, наверное, я уже смогу больше туда впихнуть. Так, сперва надо бы сохраниться вообще. Так. И к терминалу сразу, да. Так, а что там по сообщениям? Так, благородная цель. А. А, ну можно вот этим заняться, да. То есть, видимо, нужно было разведать местность. И что там по контрактам? Так, сейчас, звездная карта, окей. Куда мне с этим? О. А, у нас туда, это сколько лететь туда? Да. Не, надо сперва каких-нибудь денег поднять. Прежде чем лететь туда. Так. Думаю, что нужно взять тоже покрытие урона. И бабла побольше. Ну, добыча тоже пригодится. Я не знаю, можно добычу снизить и вложиться как раз. Пусть мне лучше деньгами выдадут. Так. Скорее всего, тут нужно будет раздолбать какую-нибудь базу. Так. Вместо этого берем Феникс Хок, и у меня опять 25 кило. А Жавелин сюда не лезет. Вот команда бы доделать, тогда он влез бы. Но его пока доделывать не хотят. Это плохо. Нужно будет разобраться, что там не дает. Ну, ладно. Так. Посмотрим, как себя этот Феникс Хок покажет. Так. Так. Скорее всего, нужно будет опять разнести всю базу. Регион засушливый, скорее всего, будут проблемы с перегревом. Это плохо. Конечно, гораздо комфортнее выполнять задание где-нибудь там, где холодно. Или где есть вода. Это обычно тоже довольно приятный бонус. А тут у нас все плохо. Так. И что у нас тут в плане карты-то? Ага, объект находится в каньоне, точнее не в каньоне, а в кратере, как они это любят. В принципе, можно попробовать пообстреливать все, что там ползает с высоты, но не факт, что это хорошо получится. Но лезть через ворота, скорее всего, будет совсем глупой идеей. Знаем мы такое. Так, мехи, в принципе, подгребают дружно. Уйдем стабильно. Так. Так. О, кстати, тут какая-то фигня упала. Ох. Сейчас. Так. Так. Все.
Эй. Спайдер. Ну, конечно, heavy damage. А ты что хотел? Легкий против средних. Где ты там? А, вот ты где. Ну вот, я еще и промазал. Сейчас ракетки наведутся и отправлю ему небольшой привет. О, усики. Блин. И пойди теперь своих не попади, да? Так, там еще какой-то у них нарисовался, да? Бэмс. Так. Бэбэх. Ну, попросили все-таки базу снести. Так. Ку-ку. Сейчас добегаешься. О, все, добегался. Как и обещано. Ох ты ж. Вертушки. Так. Так, 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 ну куда полез? Чё тут еще у них? О. Отлично. О, трубопровод был, да. Привет, Газпром. Все. Можно сваливать. Какая сволочь стреляла. Слышь ты. До свидания. Не, ну такие разрушения комплексов, они не выглядят как сложные мины. Чего миссии? Так, там еще какая-то фигня ползает. Больше не ползает. Так, осталось всего лишь добраться до точки свала. Там еще какая-то летучая фигня. Наверное, летучая. Да, точно, вон эта вертушка. И... Так, все, сбили. Что меня прикалывает, достаточно добраться аж целым одним мехом, чтобы... Всех уже вытащили. Ну чё. Относительно простая миссия. О, чё, какой-то малый химический лазер. Ну блин. Я не очень большой фанат этих малых. Так, чё мне тут? АПшка и немножко лазеров на сдачу, да? Не то чтобы дофига, но что-то такого. Есть прокачка оружия. Получили с дамага совсем немножко. Что на черном рынке хорошего? Какое-то говно в основном. Среднее орудие, это что за фигня? Но все равно, как бы, не буду пока вдаваться в свой. Не пользовался пока, ну нафиг. Так. Кафетерий что у нас? Типа, соберите... Ух, ух, ух ты ж. Так. Охотник за мехами. Уничтожьте 3 урбан меха. Ну давай, прямый. Типа, а чё нет-то? Так.
типа соберите, ну ломать не строить. О, так, стоп. Нет боеприпасов. О, так, подробнее. Я же купил боеприпасы. Стоп. Я же брал боеприпасы РБД. Так, может тут что есть? Да. Так, боеприпасы. Ну. Все куплено. Оснащение. Так, что за... Я не понял, почему... Что, боеприпасы РБД типа нельзя, да? Ну давайте, что сюда идет? РМД-2 и все. Так. Ну ладно, допустим. Слотов больше нету, все равно. Так, понятно. Брони я навесил на него просто как не знамо что. Что еще можно типа на него поставить? Прыжковые на него не ставятся. Что еще тут хорошего-то есть? Ну, можно еще радиаторов добавить. У него все-таки есть там этот самый. А, все. Больше нельзя. Начать работу. Сколько? Ничего себе, блин. Так. Этих всех починить. График. Так. Оп. Так. Центурион. Провести переоснащение. Что-то тут наломали. Так. Команда ждать не буду. Можно посмотреть на контракты, в принципе. Почему бы его не выполнить? Тут ох, 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 мне денег-то сейчас заплатят. Вот прям. Ну, отлично. Так, что тут надо? Плацдарм высадки. Прослуживают телескопы, так. Ну окей, хорошо. Так. Команда пока еще нельзя. Ну да, все остальное просто не влезает. Дженнер слишком тяжелый. Ну ладно. Менять на двух легких я не хочу. Существенно больше доверяю средним мехам, чем легким. Ассортимент оружия мне в целом тут больше нравится, чем тот, который был представлен в Батлкехе. Так. Так. Ага. Так, нужно подавить зенитки, окей. Так. Ранее радаров зенитной обороны наш наниматель обещает высадить подкрепление. Это замечательно. Так. Угу. О! Вот значит как. О! Вот значит вы как, да? Так, ах ты ж. Фух. Пока умудряюсь не попадаться. Да, тут легкий бы пригодился в качестве такого разведчика. Па-па-па-па. Фух. Вроде не попали, но все равно, как бы. Броньку коцают. Арта наш вон там, похоже, где-то.
Так, я подхожу к первой зенитке. А что, вы по комплексу стрелять не хотите, да? Так. Так, первый гарнизон готов, да? А-та-та-та-та. Ух, больно. Оба плеча так. Ух, как неприятно зашли. Блин, лавирование между выстрелов. Ох, 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 ох. Дорожка прям узкая-узкая. Не, это поинтереснее, чем то, что было до того. Ох, 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 ох. Какая-то ползает или стоит, а это... Ой, ух, вроде получилось. Так, так, ух, черт, попали. Так, нужно разобраться с последней точкой. В идеале больше не попадать под обстрел. Да сколько ж можно-то? Боты вообще норм лавируют. Ох. Кажется, я успеваю свалить из зоны. Чё там еще? Лютун где-то. Ой. Да. Ох ты ж, кого я нашел? Так. Кажется, теперь будут по мне стрелять чуточку меньше. Вот своих, пожалуйста. Чё, то есть, типа, если мне Friendly Fire это норм, да, а им никакого. Чё тут за хрень? Урбан мех? Так, все. Так. У меня как раз заказ на то, чтобы урбан меха раздолбать. Черт, 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 черт. Фух. Все, нет у вас клинка. Жесть, конечно, мне тут обдолбинили меха. Так, пойду, блин, арту давить, она меня уже достала. Ой, ненавижу этих. Эй. Скорее всего, она относительно кучкованная, там вся эта арта. Я бы смогу от них избавиться. Да, плечо мне уже разнесли, а это наше, надо же. О!
Так. Я сказал ломать. Artillery emplacement destroyed. Блин, задолбали просто вообще. Шмалюки-шмалюки. А я тоже молнию по вам стреляю. Волочи. Так. Вот, может, вы мне стены прочистите, да? Что, не хотите? Вот там, где у них батарея. Вот мы с вами договоримся. Козлы. Ох, что там, какой-то легкий попрыгунчик. А это тут вообще откуда взялся? Все уже пробили стеночку. А, кажется, и с артиллерией тут все уже. Так, у них осталось мало арты и немножко мехов. Так, он виднеется, виднеется. Легкий, да? Вот тебя. Дженнер, да? Дженнер. Все, нет Дженнера. Так, защита, защита пошла, да? Так, отлично. Вы что, издеваетесь, да? Я сейчас просто мечтаю. Сволочи. Где их еще эту артиллерию искать? Так, пошел вон. Артиллеристы хреновы. Так, я вижу еще две установки. Так, вроде, ну, благо мне хотя бы скорости хватает от них уходить. Но они, блин, далеко. Ну, блин, ранее с теми батареями, которые были до того, это ерунда. Ну, что-то, блин, жесткая задачка получилась. Где-то еще есть приныканная арта, да?
Ну эту я уже вот все вижу. Да, есть третья установка, ее нужно еще, блин, отыскать. Так. Ага. Так, что у меня? Пульки заканчиваются? Вы что, издеваетесь? Так, где-то еще одна с... А, вон. Ну ничего себе вы. Так. Ну, ладно, это я сделаю, как только вот разберусь с этой несчастной арт-установкой, потому что это невозможно нормально защищаться, когда тут вокруг шмалят, почем зря. Ну, конечно, с от одной уходить вообще уже не проблема. Там явно еще какого-то хлама мне привезут, да, чтобы сломать. Нельзя по-другому, было бы неинтересно. Ну правильно я взял тут компенсацию ущерба, блин, мне конкретно придется восстанавливать после этого. Ух ты ж как, еще целых две точки почему-то отметили. Так, стоп, где-то я потерял из виду метку, а вон она где. Она же за холмом. О, как хочется какого-нибудь пошустрее. Подойдите к скрытому объекту, блин. Так. Ой, блин. То есть еще сейчас. Сейчас еще мехов, видимо, пришлю. Так, отлично, отлично, блин. Транспорт, да, да, да. Так, не понял. Что еще дальше? Да вы издеваетесь. Это при том, что меня сейчас будут пытаться отстреливать еще вот это вот. Ух, ёлки-палки. Слышь ты? Долбанные рта. О, хотя бы от вертушек можно избавиться. О, это что-то посерьезнее. А, Феникс Хок, это также такой же, как у меня, да? Слышь ты, ты сейчас допрыгаешься ты у меня. Блин, с броней уже все плохо. Я не понял, чао. А как перезарядиться-то?
Да, не посмотреть, как перезаряжаться, это конечно, круто. Да. Брони просто никакой нет. Еще, блин, вот этой вот мелкой хреновины тут мне не хватало. Даже не это не цикады, это как раз такого, блин, даже забыл, лакуст. Во. Блин, у меня только лазеры остались, да, пока я не пойму, как. Так, сейчас опция управления, как перезарядить то открытие дросселя, это ладно, двигаться на начальный. Оружейная группа. Взять на прицел союзника, это мне не надо. Тепловая перегрузка, ну, ночное видение есть. Так, фиксация рук. Включить, выключить. Нарк команды копья. Так, отлично. Перезаряжать-то как? Взять на прицел противника, это R. То есть, типа... А к чему тогда... Указывается это количество боеприпасов какое-то порой безумное. Два лазера-то в корпусе, это хорошее подспорье для того, чтобы выжигать. И ближнего боя никакого тут, пока, по крайней мере, я не нашел. Ну заныкались, так заныкались, блин. Вообще просто. Как же вы достали-то своей этой артой? Капец, мехи почти угробленные все. Блин, тут еще какая-то... Ну, это мелочь, она быстро убивается. Вот, вы видите.
Ну все, детки, вы попали. Слышь? Ну ладно, можно постоять. И так прицельно ломать. Ура! Ну, блин, вообще просто не миссия, изврат. Трейлер МД-2. Понятно. Я и месяц оно не пойми куда. А, там типа. Расстояние 3000 километров, да. Видимо, у ракет даже дальности такой нету. А может и есть. Странно, мне казалось, что как-то можно перезарядить эту штуку. Вот. А если нет, это грусть. Мне как-то не очень хочется падать. Ну блин, еще пару волн, я не знаю, на чем выдерживать, то есть мех практически разломан. Броня осталась на ноге и на руке, и все. Хотят, не знаю, где-нибудь починить тут. Ну, стою. Ну да. Сказано было захватить, но... Да, в кабине огонь. Все чудесно, блин. Да, ну, конечно, миссию можно было пройти лучше, если бы я сразу пошел, разнес большую часть этой арты. Я бы гораздо меньше получал по рогам в процессе выполнения всего остального. Надеюсь, мне хорошо компенсируют потом все потери. Все. Так. Угу. Так, чё, всё? Надеюсь. О. Ура. Ура. Гребаная потная миссия. Чёртова жесть, блин. Я же как-то... Прошлое было совсем легкое, а тут... Кошмар. Чужая артиллерия, конечно, в реал-тайм режиме это жесть. Так, что тут можно стырить? Ну, можно стырить Дженнер, его потом починить и продать. Так, есть пара хороших средних лазеров. Но больше у меня ничего не влезет. Пича тырить не буду, мне его ставить особо не на кого.
Жесть вообще. Полмеха нет, этот лапу потерял. Так. То есть мой мех еще легко отделался. На месяц. Месяц. Зашибись вообще. Радиатор поменять. Снять. Так, средний лазер сразу на апгрейд поставлю. Прыжковые двигатели 4. Благо их хотя бы есть. АП-5 у меня тоже, к счастью, есть. Так. РБД-5. А вот их у меня просто нету. Так. Пока не буду. РБД-5 в продаже вообще есть? РБД-5 в продаже есть, но говёное. Ну, придется купить. Так, что там еще ему надо? Так, радиаторы у меня были. Так, боеприпасы АП-5 у меня есть. Боеприпасов АП-5 у меня нету. Так, про запас возьму немножко. Блин. Жаль, нет кнопки докупить, не хватает недостающие. Так. Средние лазеры. Так. Их у меня есть. Хорошие есть. Двигатели есть. Боеприпасы РМД есть. АП-5 есть. Сама АП-5 есть. Радиатор есть. РБД-5. Так себе, но... Я какую-то брал вроде. Да, есть. РБД-5. 6. Так. Так, если починить все. Так, большой лазер. Есть у меня запасной. Средний лазер есть, пулемет. Блин, а он нужен. Да в пень, думаю, оба пулемета. Хотя что, вот. Знаю, может. Так, а. Типа. Вот лучше легкое орудие поставлю. То я пулеметами вообще не проперся. Значит, все-таки есть возможность докупать. Чего нет боеприпасов. А, на легкой орудии боеприпасы нужны. Ну хорошо, давайте пулемет поставлю. Окей. Да, боеприпасы пулемета, а легкое орудие, насколько ну, 3-тонное, пулемет половинку, понятно, да. Тяжело впихнуть. Да. Так, этот Дженнер в криостат. В общем, боевая группа выбыла из строя на месяц, а кто-то на больше. Чудесно вообще. Отлично выполнил миссию. Так, что тут на рынке мехов, а ну да лакус, ну в пень лакуста. Ладно, я думаю, на сегодня хватит. Всем спасибо за просмотр. Да, тут ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, ну и т.д. и т.п. Всем пока.